Приветствую всех подписчиков и гостей нового канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом. Называется PinoPause. Это довольно-таки неплохой сайт. И вывод здесь всего лишь от одной монеты. Как мы знаем, в таких боксах мы зарабатываем токены или поинты. Они конвертируются в криптовалюту. Регистрация здесь наипростейшая. Вводим e-mail, username, два раза пароль. Разгадываем капчу, нажимаем регистрация на почте. Нужно будет подтвердить адрес электронной почты. И входим. Значит, у них есть телеграм-группа. Можно кликнуть и присоединиться к телеграм-группе. Вот у меня верифицирован написано. Давайте пройдемся по вкладочкам. Это у нас домашняя страничка. Так, сейчас все объяснит. Вот. У меня 34 монетки. А вывод, как я сказала, уже от одной монетки. Значит, вкладочка идет вывод. Так. Так, значит, давайте смотреть, сейчас загрузится страничка. На Faucet Pay нет минималки, так как здесь просмотрим одну рекламку, нам дают сразу одну монету тут за рекламку. Значит, Litecoin, Tron, Dogecoin и вот эти вот какие-то кошельки, я не знаю, на них большой вывод. А вот на Faucet Pay минимум один токен. Вот. Спускаемся ниже, прописываем адрес монетки, привязанной к Faucet Pay. В данном случае у меня Solana. Кликаем в вывод. Страничка обновляется. Всего 30 монеток моих. Они вывелись. Окей. Давайте сразу перейдем на Faucet Pay и проверим вывод. Страничка загрузится. Так, обновить. А вот они у меня уже пришли. Так, вот PinoPause. Так вот у него название 3000. 8 Solana вот этих сатох или монет как. Далее вкладочка рефералы, находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее есть обычный экран. Сбор раз в 5 минут. И раз в 5 минут нам дает 2 токена. Я не робот. Рассказываем нашу капчу. Любимую. Антибот. И клик. Все, 2 токена засчиталось. Так, окей. Далее. Так, есть турбокран. Здесь один токен нам дают раз в 20 секунд. Все то же самое. Разгадываем нашу капчу. И антибот. Кликаем. Один токен нам засчитали. Далее автокран, он доступен, когда мы просматриваем короткие ссылки. Я не люблю вот эти короткие ссылки, ребятки. Хотите, просматривайте. Я на просмотре сайтов, то есть серфинг и кран. Мне этого достаточно. Вот, здесь по 5 токенов дают.
Далее ПТС на 4,5 токена. И здесь, как я говорила, по одному токену. 10 секунд. Кликаем. Посмотрим рекламку. Ведем отчет таймера. И разгадываем нашу капчу. Сейчас загрузится. Кликаем на зеленую вкладочку. Все, один токен засчитали. Окей. Что у нас здесь еще есть? Ну и все. Задание. Что у нас тут за задание? А, на Facebook пост опубликовать. Тут, кто хочет, сделан скриншот. Почитайте и кто захочет сделать, вам зачислят. Что вам тут зачислят? Что-то вам должны засчитать. Вот. А, 10 токенов, 2000 энергии и 20 экспертов, что ли. Давайте вернемся на домашнюю страничку. Так, всего у меня это заработано 38. И что у меня здесь? 80 этих экспертов. Так, давайте нажму вывод. И у меня 4 токена. Видим, да, на балансе? Вот они. Как я сказала, минималки нет на Faucet Pay. У меня уже стоит по умолчанию вот эта вот Solana Faucet Pay. Адрес у меня привязан. Я кликаю обратно. Все, 4 токена вывелось. Давайте перейдем обратно на Faucet Pay. И проверим вывод. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, 3 от. Видим, да, мой второй вывод. Pino Faucet 399 Solana монет. И вот первый вывод я делала также. Pino Faucet 3008 Solana монет. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно. Не зарабатывайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.